23 сентября Даугавпилс будет принимать у себя открытый чемпионат Латвии по спидвею. За звание чемпиона на треке будут бороться 17 гонщиков из Финляндии, России, Латвии и Польши. В преддверии этого грандиозного спортивного события в четверг на стадионе «Локомотив» прошла генеральная тренировка команды спидвеистов клуба «Локомотивы». Каждый год мы стараемся провести чемпионат Латвии, насколько позволяет погода. Осенью это обычно происходит, когда уже основная польская лига подходит к концу. Вот сейчас в этом году погода благоприятствует этому, и в воскресенье у нас будет чемпионат Латвии с участием финских, российских, латвийских и польских гонщиков. Вот сегодня собрались все наши ребята местные, плюс два рижанина приехали потренироваться на нашем треке. И в пятницу, в воскресенье обещает быть интересная, хорошая гонка. Гонка гонкой, но необходимость решения финансовых вопросов пока еще никто не отменял. Сможет ли клуб завершить сезон без долгов? Спасибо городской думе, что она нам предоставила дополнительное финансирование. И мы выходим, надеюсь, близко к нулю по этому сезону. И в какой помощи клуб нуждается сегодня реально? Ну, реально у нас бюджет как был, так и остается. В районе 600 тысяч евро. Бюджет не меняется каждый год. Сюда входит участие в польской лиге, тренировочный процесс. Вы видите, сколько много ребят и действующих, и молодых, и начинающих. Сюда входит Европа и мир, все отборы. И все гонки, все, что есть в Латвии, входит сюда, в этот бюджет. Сегодня у вас особый гость на тренировке, да? Да, очень приятно. О чем-то просить будете? Ну, наверное, нет. И очень приятно, что люди из правительства приезжают к нам, посещают тренировку, такую генеральную даже. Ну, я думаю, мы уже разговаривали, да, с людьми. И они знают наши проблемы, знают наши финансовые проблемы. И надеюсь, что они нам помогут. За последними приготовлениями спортсменов министр земледелия Янис Доклавс наблюдал очень внимательно. Заболел спидвеем, признался нам политик, и рассказал о том, что в студенческие годы сам лихо гонял на мотоцикле «Ява». До недавнего времени мне о спидвее ничего не было известно. Только по телевизору я видел такие гонки. И вот несколько месяцев назад меня пригласили сюда. Я приехал и в этом сезоне был практически на всех гонках в Даугавпилсе. Знаете, я знаком со многими предпринимателями, и они считают необходимым поддерживать спорт. И после нашего с ними разговора они согласились оказать финансовую поддержку спидвею в Даугавпилсе. Напомним, летом клуб «Локомотив» получил спонсорскую помощь в размере 70 тысяч евро. На открытом чемпионате Латвии «Локомотив» будут представлять 5 двукратных бронзовых призеров Европы. Олег Михайлов, Давис Курмис, Артем Трофимов, а также красловские легионеры. Так ребят в шутку называют партнеры по команде. Эрнест Матюшонок и Элвис Авгуцевич. Лично я буду болеть за Михайлова, да. Он в прошлом году стал чемпионом Латвии в юниорах и третий был среди взрослых. У нас на данный момент самый перспективный и титулованный гонщик. В этом году он стал трижды бронзовым призером Европы. В командном зачете до 19 в личном, до 19 в парном. И еще стал в финале Европы пятым. Гонка открытого чемпионата Латвии по спидвею в Даугавпилсе состоится 23 сентября в 15 часов. Лариса Кириллова, Павел Галлер, телевидение Даутком.